И помните, когда мы о чем-то молимся, Божий человек высвобождает слово. Это команда для духовного мира, это инструкция для ангелов. Если будет ваше согласие, вы примете. Если ваше согласие не будет, я не знаю, примете его или нет. Поэтому согласие ваше очень важно. Ваш отклик веры должен быть. Поэтому, когда мы молимся, вы с верой говорите «Аминь, принимаю, беру, аллилуйя». И потом с верой также используйте.